Но как-то надо, Что может быть, делаешь? второй уровень воды. Наверное, второй уровень воды. Но тут, скорее всего, Сыночка, налилось я бы нормально. Мне обрезание в 2 года делали. Ножницами. Без бейсбола. Фу, бля, ну это скорее всего фэк. Чё за хуйня? А, хотя если короче, это... есть такой вариант, глянь хотя на 5 или 10 минут, если зацепит, продолжишь, если нет, то скип. Не зацепило. Пуксик, что думаешь, если я себе обрезание сделаю? Ты дурачок. Почему? Ты представляешь, какая-то адская боль будет у тебя? Нет, мне рассказали то, что это нормальная тема. Пук, у тебя писюн встает, блядь, каждые секунды, ёпта. Это неправда. Это провокация, я бы даже сказал. Ну и как ты это скажешь? Пук, ну это, ну реально, это будет пипец, как тебе больно. Оно не заживет. Почему? Да писюн каждый час встает. У каждого, у всех это так происходит. Охуеть, да? Поэтому это в детстве и делают. Потому что нет, я настолько... спрашивал сегодня у мужика, не которому 2 года назад только сделали. Не настолько часто эрекция происходит в детстве, чем, например... Я тебе скажу так, нахрен. Давай. Что когда там будет операция, там он сам и не захочет как бы напрягаться. А, ты потом, блядь, у него утром спроси. Так, слушай, что? Ты просто мне скажи, как бы, прикольно или не прикольно? Я не хочу, идея? Чтобы у тебя был. Чё? Сонь, ты на время заживления в Ессентуке съеби. Да это не получится. Чё? Тут не от меня аж зависит это, так сказать. Надо прорыв прям полный делать. Это же ведь не от меня зависит. Да, да, да. Слушай, вот с таким вот пятном водяным, это прям хорошо. Наверное, это нормальная тема. Возможно, даже еще на один уровень поднять воды. Но пятно водяное нужно, 100%. Вот, Пу, когда ты писить хочешь, писюн-то напрягается, реально. Мочевой пузырь реально привет по утрам скажет. Сыночка, я Сан-Тропе. Бля, я и так кончить по 20 минут не могу. А если за лупу подточить, будешь смотреть. Это не я, блядь, вы охуели? Это Соня напердела и пришла тут пердеть. У меня трусы в жопе, поэтому такое бы не получилось бы. Да, шкряп. Ну вот. Так, это, короче, во-первых. Все, хайп. Тут делайте подтопление, наверное, делайте больше. Разруху. Здесь переборщили, но нормально, наверное, кстати. Снесло так серьезно. И сделайте еще то, что хуйня попадала. Попадала, типа, на землю, ну, чтобы все не просто так. И, наверное, тут еще какие-то остатки канализации, то есть просто дырку сделать, ну, такая вот дырка, через которую просто вода вот эта, ну, излишки воды вытекают. То есть здесь они поступают, а здесь они отступают. Или где-нибудь. Ну, то есть где у нас была канализация? Вот она, да? Ну, вот так вот ее и провести, блядь, вот-вот-вот-вот-вот. Сейчас по вот этой линии... Вот где-то вот здесь пусть вытекает эта вода, блядь. Ну, то есть, вот тут, может быть, была бы дырка, да? Ну, такая нормальная тема. Так, шкряп, что ты пришла вообще... Поэтому, Пук, я говорю, не делай обрезание. Нахуя тебе обрезание? Чтоб точно писюн не мыть, блядь. Да, да, да. Хуйня какая-то. Надо спросить у него за все плюсы, короче. Пук, ну это хуйня полнейшая. Он говорит, нет минусов, он сказал, ноль минусов. Ну, какое? Почему? В смысле, ноль минусов? Но минус единственный, это месяц вот походить с швами. Это жесть, Пок. Ну ты чё, ну дурачок. Ладно бы в детстве бы ты это сделал, но сейчас делать это вообще бессмысленно. Когда писюн, блядь, встает от любого движа и так далее. Это вообще трэш. Ты представляешь, как больно, а если швы разойдутся? Пиздец. Вот именно пиздец. Чё, я потом твой хуй спасать буду как-то или чё? Да. Не, Пуксик, лучше не делай. Пуксик, а ты меня покормишь, кстати? Сыночка, я в Сан-Тропе. Насчет стояка и похода в туалет, да, неприятно немного, но терпимо. Самое неприятное, когда выписали и сказали дома зеленькой мазать его, но тоже нормик. Да нет, это, мне кажется, самая нормальная тема. Да. Да ебать, я когда после операции, вот, был, когда мне пузо отрезали, ага. Там, как его, блядь? Во-первых, я ходил в туалет раз в год, по-моему. Сыночка, я в Сан-Тропе. Перед ничего не хотелось, писька вообще, блядь, омертвела. От сутки с лютейшим стояком ходишь. Как раз для того, чтоб потом стояк не порвал залупу. Чё-то хуйня полная. Нет, вот я тебе так скажу, не делай обрезание. Нахуя тебе это вонючее обрезание? Вообще сдалось. Ну нахуя тебе обрезание? Ну вроде хайп. Что хайп? Писюн меньше как будто выглядит. Какая нахуй разница, блядь? Да, реально не хайп.
Вот если бы в детстве, то ладно, это окей бы в детстве. Но ладно, можно так сказать, да? Ничего не поможет. Ни вообще ничего не поможет. Ни обрезание, ничего. Писюн будет выглядеть как писюн, блядь. Писюн. Ни лучше, ни хуже не станет. Но я бы не хотела, чтобы ты делал обрезание, потому что эта идея полная говня. Ну ладно. Ну ладно. Вот это что за пятна? Алло, блядь, это катафрует. Вот эти пятна починить. А, вот это, что это вообще за хуйня? Это убрать. Ну это вообще какой-то, блядь. Что это? Блядь, какие-то пятна ебучие. Что это, блядь? Что это вообще, блядь? Вот, видишь, это факт, парковая факт, зона. Вот, кого, блядь? Всё. Парковая зона. Не, это хуета. Угу. Ни одного, блядь, ни этого, ни дерева, ничего. Хуета. Окей. И вот это что за пятна? Выделены просто зоны, типа, тут будут какие-то украшения, декорации. Это просто, чтобы потом сдекорировать, чтобы не так пусто было. Ладно, ладно. Да не наделано еще. Вот это вот прикольная тема, что вниз вот так проходит, и то, что они тут запарились еще с... Ты хуйней. То, что тут КПП, тоже прикольно. Вот это вот здание прикольно. Не, ну а так, а все остальное нормально. Так, а вы мне здание разъебали, катафруиц? Ракета прилетела в здание. Примерно, нихуя. Примерно вот в это, да? Вот куда-то сюда. Возле ФБРов. Вот сюда должна была прилететь ракета. Ну, короче, сюда тоже ракету. Ракету сюда, ракету. Все, ебать, спидран Майнкрафта закончился. Всем здравствуйте. Ну ладно, я не буду закрывать на всякий случай. Чисто так, на всяк. Сейчас еще что-то МС Чума мне хочет. Не, уже посмотрел. Вроде посмотрел от МС Чумы. Сыночка, я в Сан-Тропе. Но я делал...